Так, переночевав на пляже Маскарад, мы отправляемся в город Алтей, в старую его часть. Хочу посмотреть именно старинные здания. Современные здания мне не интересуют, поэтому мы проведем там немного времени и поделимся этим с вами. Сегодня у нас воскресенье, машин полно. Дорога до Алтея у нас занимает 13 минут от пляжа Маскарад, поэтому мы будем там уже через 5 минут. Вот мы заехали в современную часть города. Здесь запрещено строительство выше 4 этажей, поэтому город весь такой низкой застройки, чем отличается от соседнего Бенидорма, где небоскребы достигают этажей свыше 30, скорее всего. На улицах есть люди, не считая, что сегодня у нас конец октября. То есть город живой, не умер после отбытия всех туристов. Ну и рядом с городом можно найти парковку, где можно оставить каравану. Кстати, вот уже здесь я вижу, что есть вот они, всех много караван. И мы отправимся вон туда. То есть довольно-таки близко. Эта арка является входом в старую часть города Алтея, называется Порт-Аль-Бель. Только представьте, что ранее этот был вход, и далее весь город был окружен стеной. Уже потом, конечно, когда все было разрушено, сделали дома. Но ранее это была бы балюстрада, с которой велось наблюдение и защищался город. И теперь мы через эту арку попадаем в старую часть города Алтея, эпохи Возрождения. Проходя через эту арку, сразу слева вы видите улицу Саламанка. Именно здесь сохранились те дома, которые были не тронуты за все это время. Они сохранили всю типологию конструкции конца 18-го, начала 19 века, о чем свидетельствует вот эта старинная ковка, вот эти массивные двери и, в общем, мирадоры на окнах. Маленькие, уютные, узкие улицы. Рестораны выставляют свои столики на улицу. Это все так по-домашнему. В воскресенье люди могут прийти сюда пообедать, насладиться этой атмосферой. Живые цветы, красивая сервировка столов. Шикарное просто место. Доброе утро. Наши официанты, которые говорят по-русски. Так как город Алтей у нас построен на холме, он также известен своими узкими улицами с большим количеством ступеней. Мы нашли одну из таких улиц, она считается самой длинной и красивой. Называется эта улица Кастеро дель Местре ля Музыка. И сейчас мы с вами вместе посчитаем, сколько же здесь ступеней. Я тут уже насчитала 5 и продолжаем. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 20, 21, 22, 99, 200. Господи, еще идти. 201, 202, 203. Двести шестьдесят пять ступеней. Ребят, читала в интернете, что их 240, я насчитала 260. Итак, 266 ступеней. Они того стоят, потому что вы попадаете на первую смотровую площадку, с которой открывается вид на город, на море. Тут отсюда мы видим устье реки Альгар. И далее видим гору под названием Пиньон Ифа, куда тоже, его также называют Пиньон Инфач, туда тоже можно сходить, имеются походные маршруты, виды оттуда открываются шикарнейшие, я надеюсь, что когда-нибудь мы попадем. И далее, если мы посмотрим, видно у нас даже немножечко Кальпы, но Кальпы спрятаны за этой горой. Так как этот город имеет статус, неофициальный статус культурной столицы региона, об этом можно увидеть на каждом шагу, потому что здесь большое количество галерей, есть музыкальный дворец, есть у нас школа искусства дизайна, и на улицах мы видим выставку местных художников, скульпторов. Например, здесь выставка Елены Лимон. Далее мы, ранее мы видели скульптуру Марии Сад. И вот, наконец-то, мы добрались до самой центральной части города Алтея. Здесь возвышается храм, который называется Синьора де Консуэла. Берет начало свое, история берет начало с начала 17 века.
Он отличается от других храмов своими синими куполами, это синий, просто небесной черепицей. И именно этот храм вы найдете во всех сувенирных лавках, на всех фотографиях, потому что это центровая фигура этого города. Здесь берет начало город Алтея. Это действительно город искусств, потому что даже где-то в Алтее мы можем увидеть быка Горники с картиной Пикассо, который тоже приехал позагорать на солнышке. И здесь мы подошли уже ко второй балюстраде, откуда открывается вид на Бенидорм, на Сьерра де Хелада и на море. В этом городе можно найти художников, скульпторов, музыкантов, дизайнеров. На протяжении всех улиц открыты различные сувенирные лавки, и большая часть — это все ручной работы. Даже письменные почтовые ящики здесь сделаны с любовью и со своим дизайном. Художественная школа. Школа керамики. Еще одна галерея. И еще одна художественная галерея. И прогуливаясь по этим улицам, хочу рассказать вам про типичные блюда этого региона. Типичные блюда этого региона в основном это, конечно же, паэлья. Потому что паэлья, она наполнена различными морепродуктами, либо мясом, либо птицей. Но, конечно, еще зависит от времени года. Летом подается одно блюдо, а зимой другое блюдо. Например, сейчас сезон рыбы, который называется лечоло. Рыбаки ее вылавливают, в рестораны покупают и готовят лечоло с рисом. Далее, есть еще одно блюдо, называется пучера. Пучера – это как бы рагу. Рагу с овощами, с большими такими фрикадельками, называется пилотас здесь. И варится все это в мясном бульоне и подается горячим. После такого насыщенного дня мы нашли ресторанчик, называется «Чеф Пирата». Здесь тоже внутри также расположены галереи, где можно при желании приобрести картины. Каждое место здесь уникально. И посмотрим, что здесь у нас по меню. Меню, дегустационное меню предлагается за 33 евро 50 центов. Туда входит у нас большое количество салатов, то есть салат с кальмаром. Далее тут есть у нас крокеты, суп с карри и чуфа. Дальше есть у них вафли предлагается, мясной стейк, какие-то фахитосы. В общем, много всего. Переводить это очень долго и скучно. Лучше приехать и пообедать. А мы будем выбирать из этой карты. Тут также есть предложены блюда для веганов. Блюда с перцем. Все отмечено. Ну и, в принципе, цены такие нормальные, я хочу сказать. Есть у них на английском языке, на испанском. И посмотрим. Ну и все вроде как.
Все, пожалуйста. Приступаем. Пока мы ждали наш заказ, мы заказали пиво. Вкусное, свежее, охлаждающее. И нам принесли алиоли с хлебушком. Алиоли, кстати, с черным чесноком. Первый раз такой буду пробовать. В общем, я так понимаю, что треска у нас сделана в пюре и завернута в какой-то блинчик и обжарена, и сверху соус. Это очень вкусно. Очень вкусно. Хочу немножко сказать, что такое каннеллони, потому что в наших странах оно не часто используется в кулинарии, в кухне, поэтому каннеллони – это макаронное изделие, такая большая макаронина, которая фаршируется овощами, мясом, либо рыбой. В нашем случае она была фарширована фаршем трески, полита очень вкусным соусом из горчицы и меда, и сверху украшена ростками, не знаю, какого-то растения. Но действительно это вкусно, стоит попробовать. Когда вы приедете в Испанию, обязательно закажите каннеллони. Нам принесли второе блюдо, которое мы заказали. Называется «Такос кон корбина». Корбина переводится у нас как «обыкновенный серебристый горбыль». Никогда не пробовала его именно в такой подаче. Пробуем. Это делается так. Я даже не знаю, с какой стороны подойти к нему. Есть соус карри, лук, рыба, томаты свежие. Похоже на мини-кебаб. Мини-кебаб с рыбой. Очень вкусно. Это блюдо называется пульпо ля планча. Это пульпо, осьминог с картофелем, фиолетовым картофелем. Пробуем осьминога. Нежный, вкусный, сочный. И пробуем фиолетовый картофель, фрикадельку из фиолетового картофеля. Можно я так сделаю? Горячее. Тертый фиолетовый картофель в виде фрикадельки. Ну вот, мы пообедали в одном из самых лучших ресторанов города Алтей. Называется, еще раз повторю, где название? Чеф Пирата. Имеет он 5 звезд из 5. Вот он, Эксперт Пирата. Обязательно сюда приедьте. Подача шикарная, еда вкусная. Просто класс. И хочу сказать, подвести итог нашему путешествию по этому городу. Город Алтей просто необходимо посетить. Это один из самых красивых городов Коста-Бланка. Один из самых творческих городов Коста-Бланка. И один из самых вкусных городов Коста-Бланка.